У нас постоянно приказ. Если не видишь, никого не стреляешь. Видишь наблюдение и все. Если они стреляют, принял укрытие. По сводкам, то у нас пацаны поехали воду тащить на позицию. Тут прилетело 4 погибших. Машина въезжает, чтобы их вытаскивали. Они наши дали запрос прекращение огня. Они дали добро. Наши поехали на машине, их обстреляли. 3 человек погибло, 1 раненый. И получилось в один день, мы теряем 8 бойцов. Тоже пару дней назад по новостям я смотрел, что тоже в течение 2 дней потеряли 8 бойцов. Ну, просто мне такая политика не нравится. Просто я простой солдат, чтобы комментировать. И у нас по вопросам и остальное приказ не обсуждается. Есть приказ, выполняешь. После выполнения можно обсуждать, если ты останешься живой. Я пару дней назад тоже отвечал на вопрос женщине, которая мне задала вопрос. Как вы оцениваете ситуацию на Украине? Будет ли наступление Украине? Я сказал сразу, что нет. Их численность армии, как я смотрел по их сводкам и остальное, 480 тысяч личного состава, не считая технику. Если бы они начали что-то, это бы было больше потери и тут, и там. Ну, их не хватает, как говорится, по-мужскому. Я не знаю, можно ли так сказать или нет. У них не хватает смелости и разрешения со стороны Запада. Если будет наступление Украины, ДНР занимает оборонительные позиции. Я думаю, все знают, когда ты обороняешься, у тебя больше вариантов и больше возможностей, чем если бы ты делал наступление. Нам рядом Россия, которая, если Украина начинает наступление, нам Россия поможет это на 100%. Запад не останется на стороне. Тут сразу они активируют своих, там, не знаю, то ли корабли, то ли самолеты, то ли личный состав. Тут можно пройти не только гражданскую войну на Украине, между Украина, ДНР, ЛНР. Тут можно вмешаться Россия. Это считается, это вот вам война официально между Украиной и Россией. Союзники с Украины сразу будут заступаться за Украину. Союзники с Россией будут заступаться за Россию. И можно вообще тут прирасти в масштабный конфликт. Не дай Боже, даже там Третья мировая может возникнуть. Просто я знаю одну поговорку, которую сказал Эйнштейн. Я не знаю, чем будет вестись Третья мировая война. Ну, в Четвертой мировой войне вы будете использовать палки и камни. Как я смотрю, общего, полномасштабного действия не будет со стороны Украины. Им невыгодно, Западу это тоже невыгодно. Тут уже 8-й год здесь ходит гражданская война. Есть войны, которые заканчивались в течение 5 дней. Это Россия и Грузия. А есть войны, которые ходили 100 лет. Это, ну, английское, это война роз. Как я думаю, у нас может до конца года, до конца все решиться. Либо еще год, либо еще 2, либо еще 5. Это не на нам решать. У нас есть наше начальство, есть правительство Украины, есть правительство России, есть вот это Германия, Франция, вот эта четверка, или как они там называются, есть Минские соглашения. Если бы они хотели решить все по-мирному, ДНР бы уже был на своих границах, общей области, где выходит Славянск, Краматорск, все. И ЛНР тоже, где я мог спокойно поехать и на Славяно-Сербск, где там еще есть серби, которые еще с времена 1732 года живут. Правда, не чистые сербины, там уже там поколения сербов остались.
Спасибо. Ну, я надеюсь, что быстро тут все закончится.